Самая трогательная акция «Наши дети» продолжается. Праздник каждый день заглядывает все в новые дома. Неравнодушные белорусы, не дожидаясь 12 ударов часов в новогоднюю ночь, спешат исполнять самые заветные мечты ребят, которым в эти дни нужна особая забота. Дети в Новый год особенно ждут чуда. Депутат Палаты представителей Андрей Злотников сегодня приехал в гости к многодетной семье Ларченко из Гомеля. У 6-летнего Романа врожденная аномалия сердца. Он находится под постоянным наблюдением врачей. Мальчик попросил на праздник 2 новеньких автомобиля и сладкий подарок. Мечта непременно сбылась. Теперь у Романа целая коллекция необычных моделей. Я больше ждал сюрприза. Чувство, как будто ты в раю игрушек. Спасибо большое, что есть такие люди, которые заботятся о детях. Нам это важно, что нас не забывают. Это наш любимый праздник всех детей и взрослых. И всем приятно получать подарки. И хочется, ну, чтобы маленькая частичка радости передалась от нас детям. Пожелания дети отправляли Деду Морозу, а с подарками приехал первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко с семьей. Такой сюрприз ждал воспитанников дома семейного типа в деревне Заслонов Каршанского района. Здесь одна приемная мама воспитывает 8 детей от 5 до 17 лет. Супруга недавно не стала, хлопот много, дети растут. Малыши мечтали о велосипедах, старше о телефонах и компьютерах. Сюрприз ждал каждого. Сразу начнем с большого. Матвей, правильно? Матвей. Кто у нас Матвей? Я. Тихо. А мой подарок. Все сейчас будет, да. Семья творческая. Дети занимаются музыкой, танцами, театральным искусством. Ребята подготовили небольшой концерт и провели экскурсию по просторному дому. В нем 11 комнат. Без подарков не остались и гости. Дети написали картину, а подкова на счастье. Вот маленькие детки, они, наверное, все равно им приятно получать подарки, потому что они ждут, они какие-то у них пожелания, сюрпризы, Дед Мороз. Вот. Но с годами, когда ты растешь, ты начинаешь уже совершенно по-другому переосмысливать. Ты уже начинаешь получать удовольствие от того, как человек, его реакция. Когда ты даришь подарок, он этого ожидает, то, конечно же, ты получаешь больше эмоций положительных, заряжаясь этим. Ну, а мы уже чем можем, небольшую частичку какого-то свое, что можем от себя принести, мы это с удовольствием, конечно, делаем. И очень приятно видеть радость на лицах вот этих деток, на лицах их родителей. Вижу, что ты тоже можешь чем-то помочь человеку. Для семьи Виктора Лукашенко делиться в новогоднее время радостью с теми, кто в этом особо нуждается, традиция. Поэтому они всегда с удовольствием принимают участие в акции «Наши дети». Всего в Аршанском районе в домах семейного типа живут 90 детей, в то время как в местном детдоме в 3 раза меньше. Всего 30.